Вторая часть нашего видео, дорогие мои друзья, будет посвящена опять же близнецам и их взгляду на вас как сексуального и партнера, на своего возлюбленного или возлюбленную, в зависимости от пола. Тем не менее, близнец остается близнецом. Помните всегда, что глядя на близнеца, вы смотрите сразу на двух человек. Безусловное раздвоение личности здесь присутствует, и вы с этим столкнетесь в процессе жизни. С одной стороны, это будет великолепный весельчак, балагур, приятнейший человек, замечательный. И в момент ссоры вы увидите его истинную натуру номер два. Он будет достаточно злобный, агрессивный, резкий, и постарается вам сделать как можно больнее в момент, когда ему самому больно или у вас там выяснение отношений. Поэтому очень будет вам всегда удивительно, как в одном человеке может быть одновременно столько нежности, столько легкости в обращении и тут же такой жестокости по отношению к своему прежде горячо любимому человеку в момент выяснения отношений. Он просто иногда бывает отвратителен, этот близнец, особенно в мужском исполнении. Так вот, помните, этот человек очень легко переходит одной фазы в другую. Его настроения могут меняться, и взгляды на вещи в течение двух минут радикально в разных направлениях. Поэтому личность это весьма беспокойная, но начало ваших взаимоотношений, оно будет совершенно безоблачно. С появлением близнеца в вашей жизни вам будет казаться, что жизнь заиграла новыми красками, что в ней появилось много веселья, много всевозможных разнообразных мероприятий. От похода в кино до действительно появления вас на катке, даже если вы никогда не стояли на коньках. У вас будет очень насыщенная, праздничная жизнь и несказанное веселье. Вам будет казаться, что действительно, у вас открылись горизонты для многих возможностей. Вы будете ждать встречи с этим человеком. Необыкновение в том, что вы наконец-то вытащили счастливый билетик, и вас впереди ждут только радостные события. Итак, если у вас появился партнер-близнец, и вы его мечтаете каким-то образом очаровать, и там касается там для женщин мужчина-близнец, для мужчина, женщина, близнец, это не имеет значения. В любом случае, есть такие моменты, на которые вы должны обратить внимание, прежде чем вы пуститесь с ними на любовные свидания. Во-первых, помните, пожалуйста, что все, что скучно для близнеца, является отравленным предметом. Для него борьба со скукой – это его главная обязанность в жизни. Чего-чего, а скуки в вашей жизни, в его присутствии у вас точно не будет. Он вам жизнь может поставить с ног на голову или, во всяком случае, расписать ее достаточно яркими красками. И вся его вот эта вот необычная сущность проявляется в том, как бы он мечтал с вами провести ваше свидание. Первонаперво, если приглашаете близнеца, соблюдите интригу, пожалуйста, о том, куда вы его приглашаете и по какому поводу. Просто не говорите. Не звоните ему, не говорите, вот ты возьми коньки, мы с тобой пойдем на это. Это неинтересно для близнеца. Вы его пригласите на свидание, но так сделайте, чтобы он не знал, куда он приглашен и по какому поводу. Близнец никогда вас не поставит в конфузливое состояние, не введет, даже если он не ожидал того, что вы ему предложили. Он как-то тянется ко всему новому и легко воспринимает любую вашу идею. Поэтому, как только вы его куда-то приглашаете, продумайте, пожалуйста, как это будет выглядеть. Многие считают, что для первого свидания достаточно зайти в какое-нибудь местечко, выпить и закусить, как говорится, дело сделано. Для близнеца обед даже с очень дорогими блюдами и очень дорогими винами отнюдь не является стопроцентной радостью для того, чтобы вы его очаровали. Ему нужно, чтобы это даже место, если вы его пригласили, оно было чем-то необычным. Вот таким вот, чего он еще никогда не видел. Вот, например, ресторан, в котором все стены – это аквариумы, там плавают рыбы. Вот это его вдохновит.
объяснять ему, что вы потратили сумасшедшие деньги на то, чтобы вот это там какой-то этот. Или блюдо даже, которое вы ему предлагаете, оно должно быть с изюминкой, такое необычное. Например, какой-то изысканный черепаховый суп, который он еще в жизни никогда не ел и так далее. Его надо ему надо подкинуть интригу. Если он поймет, что ему с вами интересно, что вы его интригуете, что у вас какой-то такой неординарный взгляд на вещи, вы станете для него более привлекательны. И совершенно может это быть даже действительно какой-нибудь фитнес-клуб, в который вы его пригласите и так далее. Но самое главное не говорить ему. Возьми с собой тапочки, полотенца и это уже все, интрига пропала. Пусть это будет неожиданно, неординарно. Порадуйте своего близнеца остротой новизны. Поверьте мне, за эту новизну, которую вы ему предоставите, он вам отплатит очень щедрой монетой, потому что вы его потешили, самое главное в его жизни. Он узнал что-то новое, а главное, неожиданно для себя. Если вы хотите привлечь близнецов обоих полов, никогда не будьте мрачными, унылыми. Даже если у вас на душе кошки скребут, будьте любезны создать близнецам атмосферу радости и удовольствия. Вы должны улыбаться, вы должны быть открытыми. Теперь это касается больше, конечно, женщин, которые встречаются с близнецом. Пожалуйста, не сокращайте путь от вашего знакомства до постели с близнецом. Тем самым вы укоротите и вашу часть общения с этим человеком. Ему не нужны доступные женщины, которые, собственно говоря, и так по любому щелчку готовы, так сказать, его ублажать. Это ему скучно. Ему нужна победа, ему нужно осознание, познание этого человека и его завоевывание. Поэтому, дорогие мои друзья, вам придется достаточно потрудиться над тем, чтобы то охлаждать ваши взаимоотношения некой интригой, во всяком случае оттягивать тот момент, ради которого вы, собственно говоря, встретились. Близнец всего доступного, которое упало ему под ноги, он, конечно, может от него не откажется, но и претендовать такие отношения на длительные тоже не могут. Чувство влюбленности у близнецов напрямую связано с воображением. Поэтому это люди, созданные для каких-то карнавалов, переодеваний, скрывания истинной натуры, подменой придуманной. То есть вы понимаете, чем больше воображения задействовано в ваших отношениях, чем больше в них какой-то намека на новизну и необычность, тем больше привязывается к вам близнец. Я не случайно вам об этом говорю, потому что его не очаруешь не очень дорогими вещами, поверьте мне. Он не умеет считать деньги в том смысле, в котором вы их считаете, когда дарите ему очень солидный подарок. Конечно, он ему будет рад, но он должен быть прежде всего, пусть недорогой, но весьма оригинальный. Так что проявляйте чудеса оригинальности. Адресуйте все ваши дары, все ваши моменты именно к его воображению. Если вы его зацепите, близнец с превеликим удовольствием будет с вами встречаться. А купить его в прямом смысле этого слова не представляется возможным, потому что его не греет, сколько тысяч долларов стоил тот объект. Ему гораздо интереснее, насколько он ему был зацепил его чувство восторга и внутреннюю его сущность. Так что, дорогие мои друзья, разделяйте здесь. Толщина вашего кошелька, конечно, безусловно, им будет оценена. Он также мечтает жить хорошо, как и все остальные знаки зодиака. Но прежде всего, все ваши дары должны быть обращены к его духовной части, к сердечной. Вот если вы расшевелите ее, то будьте благонадежны, близнец вас действительно будет любить и будет вами заинтригован. Так что имейте это в виду. Я вам уже говорила, что с близнецом достаточно успешно, например, перед тем, как вы, собственно, уляжетесь в постель, посещать какие-нибудь выставки, мероприятия, маскарады, кататься на роликах. Все это желательно делать подальше от вашего дома. Есть, например, знаки, которые, думаю, это тут по месту,
выскочим сейчас в самый заурядный обшарпанный кинотеатр. Вот говорили, что там кино, туда и пойдем. Нет, не это нравится вашему близнецу. Ему нужно посетить какую-нибудь премьеру, чтобы вы проявили чудеса выдержки и терпения, когда вы там добывали этот билетик. Вы должны для них совершать какой-то подвиг. Они хотят, чтобы это была действительно красивая обстановка. Самый дорогой, например, такой вот кинотеатр, где люди действительно собираются соответствующего чина, класса и прочее. В некотором смысле близнецы в какой-то мере благоговеют перед людьми, которые знают больше, чем они или какие-то там светилы. Вот в обществе тех людей, которые уже надлюди, близнецы с большим удовольствием вращаются и общаются, потому что эти люди уже доказали свои профессиональные возможности, это там какие-то профессора, гении в какой-то сфере. Для них близнецы интересны, потому что близнецы сам по себе интеллектуальный знак. А те, кто знает что-то лучше них и больше, для них сравнимы с некоторой иконой. Они смотрят на таких людей с превеликим восхищением. Вот если бы вам удалось его, например, пригласить в компанию, где появились такие люди, это бы его тоже очень сильно заинтриговало. Помните, пожалуйста, что художественные выставки, всякие литературные диспуты, там, где читают стихи, это все для вашего близнеца. Даже если он вам вслух об этом не говорит, но ведь он пришел познавать очень много нового, интересного. Для него вот эта вот его вся кипучая жизнь для него очень нужна. Но если вы уже так далеки от диспута, что, боже сохрани, вообще себя там не представляете, значит, цепляйте ролики, катайтесь по городу, получайте удовольствие с этой стороны. Движение, спорт, новые впечатления, новый партнер, который разделяет интересы близнеца, его, конечно, оценит и будет им очарован. И в конце концов вы достучитесь до того сердца, которое стучитесь со своей целью. Может быть, вы действительно влюбились насмерть и хотите, чтобы этот человек стал вашим брачным партнером. Тогда правильно себя подавайте и сделайте ему максимум приятного для того, чтобы он на вас посмотрел не просто как на проходимца, который случайно зашел в его жизнь, а человека, который разделяет взгляды близнеца и умеет сделать его жизнь разнообразной. То есть сделать то, что ему на самом деле и нужно, нашему близнецу. Для того, чтобы протарить еще сердце, путь к сердцу близнецов, помните, что они очень любят разговаривать. Научитесь их слушать и слушать в том объеме, в котором они нуждаются. Не надо их, пожалуйста, ни понукать, ни подгонять и тем более перебивать. Если они поймут, что разговор, который они ведут с вами, вам интересен, и вы делаете хотя бы лицо, что оно вам интересно, поверьте мне, что близнец почувствует в вас родственную душу, а самое главное, умеющего их слушать. Над ними нельзя ни подсмеиваться, ни подтрунивать, ни протестовать, когда они с вами пытаются разговаривать. Тема, быть может, для вас действительно будет чужда. Но умение слушать, то, что говорят близнецы, для них очень и очень важно. Так что вот вам еще один момент. Сколько мне говорил ваш близнец, вы должны слушать его с восхищенными глазами. Вот, и вниманием таким необыкновенным. Если близнец увидит, что он вам интересен, тем самым вы же вырастите в его глазах. Дорогие мужчины, которые ухаживают за женщинами-близнецами, вот вам еще один совет, который вам потребуется. Никогда нельзя близнецу предлагать, например, тот же сам обед, который для него просто прием пищи. Он его не воспринимает как законченное начало, так сказать, свидания. Что вот покормили и свидание состоялось. У него другой взгляд на вещи. Помните, что материальное, даже вот тот прием пищи, который для некоторых это, собственно говоря, какое-то ритуальное действие, для близнеца остается просто приемом пищи, подкреплением сил. Поэтому как момент свидания он его не воспринимает. Ему нужна обязательно еще перед этим культурная программа. То есть, когда вы планируете свидание с женщиной-близнецом, вы должны не только планировать ресторан, в который вы ее поведете, но и культурную программу. Это должно быть посещение музея перед этим, или вы сходили в кино, или вы пошли на концерт.
а потом уже, так сказать, обед. Вот в этом совокупности будет являться для нее свидание. А не просто вы поели и считаете, что вы уже всего достигли. К сожалению, по-другому не бывает. Культурная программа здесь имеет огромное значение. Поэтому не забывайте, пожалуйста, что даже если вы не планируете обеда, например, или какое-то свидание после концерта, но хотя бы на чашку кофе, вы ее должны потом пригласить. Вот это будет правильно. И это будет совершенно в духе близнецов. Так что, пожалуйста, помните, что одной кормежкой здесь не отделаешься и одним концертом не отделаешься. Правильно надо распределить приоритеты. И после приятной, например, концертной программы, даже эта чашка кофе будет принята вашей женщиной с превеликим уважением, почитанием, а главное, приятным отношением к вам. Вот такие вот маленькие советы. Как правило, если вы протарили путь к сердцу близнеца, вы заметите такой момент, что вот даже вот вы вышли из кинотеатра, посмотрели картину, сидите в кафе, куда вы пригласили, обсуждаете этот фильм, и в этот момент близнец уже может проявлять знаки внимания к вашей персоне. То есть взглядом, прикосновением руки, это может быть, собственно говоря, мужчина, женщина, не имеет значения. Разговору ласки не мешают. Помните, что близнец может делать несколько дел одновременно и отдавая должное тому, что вы ее потешили сердце, вот, сделали все, как ей хотелось, в ее понимании, она, безусловно, вот я сейчас говорю мужчине про женщин, безусловно, так или иначе, в знак уже внимания к вам может вас действительно уже одаривать и ласками. Поэтому воспринимайте все естественно, продолжайте болтать о фильме, и при этом, при всем уже получайте все удовольствия, которые вам позволяют при этом проявлять. Если вы сидите по одну сторону, например, там на каком-то диванчике, можете запечатлеть на поцелуйчик в легкие на щеке, уже, как говорится, это не будет возбраняться, а воспринимается совершенно естественно. А при этом темой для беседы останется все тот же фильм, который вы посмотрели. Еще один момент, который тут может тоже весьма вам помочь, это если вам близнецы очень нравятся, особенно если это женщина-близнец, постарайтесь, пожалуйста, максимально познакомиться с ее семьей. Не избегайте приглашения в семью, если такое для вас последует, это уже хороший знак. С большим вниманием и чтением смотрите, пожалуйста, семейный альбом. Вот. Женщине-близнецу это понравится, это она воспримет как лишний знак уважения к ней и к ее окружению, то есть к ближайшим родственникам. Поэтому это великие плюсы. Так что не надо ерзать. Ваше знакомство с семьей, ваша избранница поможет вам, собственно говоря, и закрепит ее мнение о вас как о надежном и полноценном, уважающем окружающих партнере. Так что, пожалуйста, это очень и очень важно. Даже если вам это покажется неинтересным и скучным, придется наступить на горло песни. Так поступают джентльмены, а стало быть, поступите и вы, дорогие мужчины, которые ухаживают за женщиной-близнецом. Если вам приходится разговаривать с близнецами о политике, помните, пожалуйста, при них нельзя проявлять очень остро благоговение перед одними политиками и полное неприятие других. Близнецы по натуре, они либералы. Они не любят всех одинаково или любят всех одинаково. А экстремистские взгляды, то есть приверженность какому-то лагерю, и полное неприятие других для них неприемлемо. Они всегда держатся золотой середины. Поэтому даже если вы придерживаетесь других взглядов, лучше вообще о политике не разговаривать. Не надо кричать, что я бы этих поубивал, я их ненавижу и прочее. Такие выступления, такие высказывания резкие в таком тоне близнецов могут от вас отвратить. И вообще помните, что когда вы ведете с ними диалог и разговор, желательно не выражать очень негативные эмоции по поводу предмета и также самозабвенно не хвалить этот предмет в их глазах.
Золотая середина. Вот то, что от вас ждут близнецы, без всяких колебаний, всплесков эмоций и прочее. Это ж не так трудно, собственно говоря, держаться золотой серединой при любой теме и при любом разговоре. Либерал, он остается либералом. Он никогда не обостряет ситуацию. И его ненависть тоже весьма сглажена. Так же все происходит у близнецов. Есть еще один момент, на который можно сыграть, но, к сожалению, он не из самых лучших, но слово с песни не выкинешь. Поэтому рычажок кое-какой у вас для общения тоже есть. Близнецы – большие почитатели истории о других, то бишь, назовем это так, собирают сплетни. Любят эти, так сказать, жареные факты. Поэтому, чем более жареного в ваших рассказах и повседневных беседах, тем больше они заинтересуют вашего близнеца. Жареными фактами могут быть не только разборки соседа с соседкой, которые друг друга глаза набили. Это, конечно, весело, но это коротенько. Но если вам что-то интересное встретилось о знаменитых людях, там вплоть до того, что кто с кем развелся, кто с кем женился и так далее, близнецы всегда на гребне этих фактов, и, в принципе, ими тоже питаются, живут, им это интересно. Хорошо ли или плохо это в характере вашего человека близкого? Ну, как говорится, я здесь ярлыки раздавать не буду. Но вообще, все, что происходит злободневного сейчас, такого выбивающего или интересующего, интересно и близнецам. Поэтому... Если Брэд Питт с Анджелиной Джоли разводится, близнец об этом знает первый. Ну, соответственно, и вы должны знать об этом тоже, пусть не первым, но вторым. Близнец это оценит и, так сказать, тема для беседы вам обеспечит. Еще есть одна особенность по поводу вашего партнера. Помните, когда вы будете обсуждать жареные факты, особенно касаемо ваших общих знакомых, например, то близнец будет достаточно едко и саркастично отпускать им, собственно, замечания по поводу их морали. Вот когда он обсуждает мораль других, у него он, так сказать, кремень. А по поводу собственной моральности у них какая-то более размытая, так сказать, система ценностей. Поэтому, дорогие мои друзья, с этим тоже придется считаться. Я почему сейчас даже об этом заговорила, потому что пока у вас это все романтично, лирично, вы этого, быть может, не будете замечать и даже этим пользоваться, я же вам посоветовала. Но со временем, возможно, вас это начнет грузить. Но это те сопутствующие товары, которые придут к вам вместе с близнецами. Они очень досужие до чужой жизни, это раз. Во-вторых, они всегда имеют... очень высокую планку по отношению к другим людям с точки зрения морали. Свою же мораль считают ровно настолько полезной, насколько она им нужна. Так что в этом смысле они весьма-весьма интересны. Помните, вы можете столкнуться еще с таким моментом. Вы уже предаетесь поцелуем, друг близнец на какое-то время делает паузу, выпускается в разговор. Пусть вас это, пожалуйста, не смущает и не... остужает ваш пыл к этому человеку. Просто помните, что близнецы могут делать все в два раза успешнее. Итак, сейчас я вас, собственно говоря, нас хоть и прервали там на полусловие звонком, но тем не менее я вам могу сказать, что разговаривать, целоваться, смеяться и кем-то восхищаться близнецы умеют одновременно. Поэтому не удивляйтесь их манере выражать вам ласку, они такие, какие есть. А сейчас я вам просто расскажу тот момент, который их вот доводит до полного умопомрачения, или если вы будете вести себя подобным образом, вы навсегда потеряете интерес близнеца к себе и можете потом уже к нему на свидание не торопиться. Первонаперво, никогда не бывайте при них, напоминаю, скучными и мрачными. Никогда не рассказывайте историю с очень глубокими подробностями, которая вместо того, чтобы закончиться и начаться в течение 2 секунд, превращается в многочасовое размазывание каши по тарелкам. Ему не нужны ваши подробности и ваши детали. Ему нужна суть вопроса. Поэтому научитесь говорить быстро, красноречиво, интересно, с юмором. Близнецы юмор очень ценят и очень уважают. И вот эти моменты, это первые, о которых мы должны с вами поговорить.
Есть еще момент, который при близнецах никогда нельзя вытворять. Вы вдруг начали разговаривать и не даете вставить ни одного словечка вашему близнецу. Все, сердце его для вас закроется, и пишите письма. Кроме того, не устраивайте постоянное выяснение отношений и ссоры. Может быть, близнецы сам их будет вам устраивать, но от вас они никогда исходить не должны. Ссоры, затеянные другим человеком, для близнеца – это глубокое оскорбление. Они вообще ссориться, конечно, не склонны. Но а склочную натуру рядом с собой просто не потерпят. Поэтому, пожалуйста, следующий момент. Не надо с ними постоянно спорить. Если вы начинаете спорить с близнецом, вы вызываете в нем волну негодования и ненависти. Если вы за этим ходите на свидание, то можете практиковать это дело. Если же ходите для того, чтобы возбудить его к себе интерес, всякий спор с близнецами отложите в глубокий ящик. Приходя к близнецу на свидание, пожалуйста, постарайтесь меньше рассказывать о своих проблемах и бедах. Безусловно, он человек чувствительный, но он с вами встречается совсем по другому поводу. Если вы ему будете выворачивать каждый раз на голову, как тяжело вам живется, при этом еще это все облечете в длинный рассказ с ужасающими деталями, близнец вас начнет всячески избегать. Поэтому, как бы ни было трудно, в присутствии близнецов вы должны создавать эффект веселья и хотя бы вынужденной жизнерадостности, иначе близнецу с вами станет очень скучно. Есть вещи, которые ваши близнецы не могут терпеть по определению. Поэтому, если вы будете ходить в одни и те же места, встречаться с одними и теми же людьми, говорить все время на одни и те же темы или молчать, близнецы долго с вами не пробудут, поскольку однообразие рутины для них равносильное приговору. Поэтому в данном случае будьте весьма и весьма в этом плане бдительны. Рутина для них – это смертельный номер, поэтому этого тоже делать не нужно. Если хотите отвратить от себя близнеца в полной мере, то можете заниматься любовью всегда в одном и том же месте, в одной и той же позе. Вот. Заведя этот процесс до монотонности и предсказуемости, и близнец к вам тут же потеряет всякое желание с вами общаться. Помните, пожалуйста, что отношение к сексу у близнецов в чем-то равняется овну. Это достаточно подвижные импульсивные знаки, и они могут разгореться в любой части города, в любом месте, там, где им захотелось. Они хотят, чтобы партнер подхватил их импульс. Если вы к этому не готовы, если себе даже этого не представляете, считаете, что это должно быть всегда делаться с 6:30 до 7, вами лично в однообразной позе, близнец – это не ваш партнер. Приготовьтесь к этому. Он любит много экстрима и много разнообразия. Он большой затейник в сексуальном смысле, поэтому, пожалуйста, если вы себя не видите в роли отвечающему на эти затеи, значит, близнец не ваш партнер. Если вы хотите потерять своего близнеца раз и навсегда, можете постоянно смотреть на мир глазами пессимиста. Все время ныть, что сейчас плохо, а завтра будет еще хуже, а послезавтра будет, видимо, конец света, и все мы умрем в один день. Помните, что по натуре ваш близнец оптимист, и он ждет от вас оптимистических идей, даже если они вам кажутся абсурдными и невозможными. В присутствии близнеца мрачность ваша постоянная отвратит его желание видеть вашу персону вообще у себя на горизонте. Поэтому это еще один момент, который никогда не надо забывать, встречаясь с близнецами. Чтобы убить у близнецов любое желание с вами встречаться, его надо ограничить в свободах. Например, находить 1000 причин, по которым вы должны встречаться только дома и нигде более, и что дома это лучше всего происходит, и так далее, и тому подобное. Приглашайте самых скучных своих друзей.
Или, например, настаивайте на то, чтобы вам близнец помог по хозяйству, то есть каждый день и в большом количестве. И вы увидите, как быстро он начнет от вас улепетывать, и как громко за ним захлопнется дверь. Итак, дорогие мои друзья, на этом, как говорится, мы заканчиваем предположительное наше свидание со знаком близнеца. Что я знала, что я собрала для вас в этом смысле, я вам все донесла. Помните, что близнец оптимистичен по натуре. Его интригует все новое, все необычное, все интересное. Он умирает от занудного, рутинного, вялого сидения дома, прикованного себя к батарее. Он не видит этого, будет всячески избегать. Очень все рекомендации по тому, чтобы построить взаимоотношения со знаком, напоминаю, знаком близнеца, будь то женщина, будь то мужчина, они, в принципе, живут одними и теми же мерками, одними и теми же понятиями. Поэтому, если голова у вас есть на плечах, вы своего близнеца не упустите. А если во время разговора вы поняли, что вам такой партнер будет тяжел, значит, отпустите близнеца в его счастливое плавание, его ждет кто-то, кто его примет и полюбит таким, как он есть. С вами была Елена.